И всем привет, друзья, вы на канале Сангрила, это значит, что мы с вами собрались на очередном утреннем летсплей. Что тебе надо, Чем девочка? Могу вам сегодня помочь? Что тебе нужно от меня? Ты можешь дать мне поздороваться с людьми? Отстань, я скажу. Отстань! Не рой! Отвали от меня, я тебя прошу. Фейбл или Фабле. Вот у нас все уже начинается. Скорее, ну, что тебе надо? Идем со мной. Зачем? А, так я с тобой уже, подожди, я ходил же с тобой. Пришли сделать. А я что-то не сделал, да? Блин, где? Куда идти-то? Давай быстрее. Я, походу, где-то что-то не сохранил. Да, я, походу, где-то что-то не сохранил. Ты долго будешь бежать-то, нет? Герой. Вот, по-моему, к ее матери надо прийти. У нее там какая-то беда случилась, если мне память не изменяет. Но какая и где она там живет, я не знаю. Но она где-то там дальше, естественно, живет. Есть... А, вот она. Какой... Здрасте. О, горе мне, горе. Мой бедный сынок. Мой мальчик. Мой бедный малыш. Да. Мы шли на пикник, на смотровую. Мы это знаем, я понял. Все, это спасибо тебе большое. Подожди, а я взял квеста, нет? Сюда. Куда сюда? Я квест не взял. Идем за мной. Да иду. Ну, я пришел. Ты хочешь сказать, я квест не взял? Подожди, а где у меня задание? Ну-ка. Статус героя, да? Задание, вот они. Текущее задание. Грибочек. Заболел мальчик. Мать говорит, что он съел какой-то странный гриб. Да. Теперь мне надо к этому... Блин, я а как... Я есть теперь из сахара. Почему же я... в чашку с чаем не угоди. Да ладно, он просто обдолбался. Все у него пройдет. Чай ему дайте побольше. С лимоном, наверное. Или что там пьют-то вот в таких ситуациях. Не знаю, промывание сделайте, клизму, что ли. Я не знаю. Ну, что-то должно же быть, какой-то способ. Какие грибы? Вот сейчас бы грибы грибами лечить. В 2019. Так, туда мне нельзя. Там эта подруга живет. Блин, мне холодно до сих пор. Кто это тут лезет без приглашения? Кругом и шагом марш отсюда! Почему без приглашения-то? Меня вообще-то приглашали. Откуда ты знаешь, есть у меня приглашение или нет? Я даже не спросил, собака. Посмотри на него. Так, это что такое? Какая убогая камера, я тебе скажу. Так. Салют. Здорово. Что вы о нем думаете? Нам бы пиво, пожалуйста. Спасибо. Погоди-ка, может быть мне... Не, я не буду с ним играть. А то знаю я вот эти вот игрульки ваши. Желаете что-нибудь приобрести, помочь? Допустим. Приобрести хочу вот. Что я хочу приобрести? Нет, ничего не хочу. Вещи мне не нужны. Вещи это все есть так себе. Есть прохвосты, которые зарабатывают, покупают. Занят, да. Так, тут у вас что есть? Тут у вас есть поспать. Тут у вас поспать, это все нам не надо. Блин, а где же найти-то? Подожди, как же это работает? Да. А, туда нельзя. Я что-то запутался, все. Мне бы найти шмотки. Подожди, а я могу же свои шмотки поменять? Ну-ка, имущество. Имущество, одежда. Вот что хочу-то. Костюмы, погоди. Ученический костюм с капюшоном. Ученический костюм, крестьянская одежда. В чем мать родила? Ну вот, ученический костюм надеть, по-моему, надо говорить, а не одеть, если мне память не изменяет. Ну ладно. Погнали, сказал я. Во. Так, теперь, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Еще бы знать, вот куда, как на это задание прийти, я же не помню. Я тебе серьезно говорю, я не помню. Тут нарисованы какие-то весы. Это набережная. Почему весы, непонятно. Почему весы, не знаю. Так, здрасте, вот она, вот эта подруга. Она мне сейчас расскажет. Здорово. Дай угадаю. Тебя сюда эта молоденькая дура послала. Ну, у нее еще пацан рехнулся. Ну, именно так, да. Чего вылупился? Ну, ведьма я. По четвергам гадания, по пятницам заклинания. Кстати, ты не первый дуралей, приворот которого порча, она ко мне подсылает. Вот, принесешь мне 4 синих мухоморчика. Но ты не спеши. Ежели чего, пацану-то все равно ничего не сделается. Ну да, пускай типа малой сейчас, небось, по полной прется. Так что сам понимаешь. Это, блин. Так, нужно 4 синих мухомора. Хорошо, 4 синих мухомора мы сейчас найдем. И на-ка. На-ка. Так, тут я их тоже уже уделывал всех. Но это неинтересно, на самом деле. Тут сейчас дядя будет сидеть, который меня будет сватать. Подожди, давай с ним тоже поговорим. Может, есть как? На тебе.
На тебе. Тут у нас что? Тут у нас есть корабли. Корабли, довольно странные корабли, которые никуда меня, наверное, не отвезут. Да. Все, теперь мне надо найти каким-то образом, мне нужно найти грибы. Большего у меня все равно не дано. Большего все равно не дано. Ночью тут будут проходить бои, но бои нам особо не нужны. Ну, если только денег заработать. Мы и так знаем, что мы их отметелим всех. Итак, я тут. Я надеюсь, то, что я это вырезал. По идее, да. По идее, должен был. По идее, должен был я это вырезать. Мне тут звонят все какие-то социальные мероприятия, еще какая-то херня постоянно. А давайте мы вам газ сделаем, а давайте не газ, а давайте свет, а давайте... А возьмите кредит, еще что-нибудь возьмите. Ну возьмите, ну пожалуйста, ну нам всем надо, чтобы вы взяли что-нибудь. Уже. Куда ты направляешься? А тебя это вообще волнует, нет, сегодня? Не нарушай наших законов. А что это значит, Курощук? А хрен его не знает, вы сами. Нафиг. Ну и... Мне бы поменять это имечко, на самом деле. Бесит оно меня ужасно, не могу прям. Так, как отсюда выйти-то из этого города? Кто-нибудь может мне сказать или нет? Как выйти из этого города? Как же отсюда выйти-то? Я даже не знаю. Ну, может быть, вот так? Давай посмотрим, что тут есть. Мне нужны какие-то мухоморы. Мне нужны мухоморы. Так, где у нас что? Это меч. Это лук. Это меч. Это убрать. Мне нужны какие-то мухоморы, поэтому пойдем лутаться. А, в гильдии тебя ждет очень важное задание. Да, что ты говоришь? У меня важнее задание, чем найти 4 мухомора, нету пока что. Так, что за говно у нас происходит? Если будешь стоять неподвижно, я смогу разглядеть твой скелет. Что? Ты ведь гильдейский, да? Брат, вот это место, слушай, если ты туда вернешься, может, поищешь наш гриб? Ну, я через ручей шел по камушкам там у говорящей двери, а гриб, опаньки, и выскользнул. И? Все, что ли? Тьфу ты, ну ты. Так, пойдем туда. Вот это что, что это такое? Это гильдия? Да это вроде не гильдия, а может это... А, это гильдия, погоди. Да, это гильдия. Лео, продавец, продавец титулов. Могу я вам что-либо... Что за титулы? Какие еще титулы? Вы пришли по адресу. Убийца. Зовите меня убийцей. Цена 317. Зовите меня освободить. А сейчас меня типа Курощупом зовут. Зовите меня свиномордом. Колбасун, клинок, черный плащ, повелитель рун, следопыт, друид. А почему цена 307? У меня, кстати, больше денег, но у меня 559. Почему я не могу это так назвать? Убийца, свиноморд, колбасун, клинок. Да хрен его знает. Аватар, освободитель, Малефикус. Но вот это тяжело, на самом деле. Ну, я не знаю, нужны мне деньги или нет. Мне, в принципе, кузен, откуда парит, я знаю, сколько на там? На яблочном дворе что-то странное происходит. В каком яблочном дворе? Подожди. А что там-то еще происходит? Что там может происходить? Открывай. Что там может происходить плохого? Я не знаю, честно говоря. Ага, вот это уже лучше. Так, это мы с тобой видели, это она, да. Она тут... Здорово. Вот... Должно да, быть, да, ты да, тот да, паренек, да, о котором да, постоянно да, болтает хитрец. Понять не могу, чего он в тебе нашел? Она тут понтарец местный. Хотя ему виднее, конечно. Но я забываю об этикете. Меня зовут Бра Роллс. Ты, конечно, обо мне наслышан. Нет, я тебе не знаю. Прости, нет времени на автографы. Страшно тороплюсь в Нот Холл Глейд по важным делам. Страшно тороплюсь. Если ты за заданием, то имей в виду, что все вкусное уже разобрали. Ну, я уверена, что гильдия найдет тебе дело. Говорят, на кухне посуду мыть некому. Да пошла вон отсюда уже. Нахера я вообще с тобой разговариваю, если ты торопишься? Ты посмотри на нее. Вымораживает меня, ходит. Выбирай свой путь мудро, герой. Задание от яблочного двора уже ждет тебя. Хорошо. А где яблочный двор находится? Яблочный двор, это что-то странное, честно говоря. Курощуп. Курощуп. И эти меня Курощупом называют. Ну, короче, надо сейчас поменять будет. Надо будет сейчас купить эту беду, потому что, ну, это не серьезно. Сколько можно? Курощуп, Курощуп. Курощуп, Курощуп, блядь. Курощуп, Курощуп. Так, что у вас тут? Что вылупился? Вы кто? Напомни, закон. Что здесь? Продолжение. Дайте мне поговорить маршрута. С ним. Здорово. Здесь
обитает прислуга. Здорово. Гильдия — удивительное место, да? Здорово. Пойдем с нами, герой. Зачем? А что такое яблочный двор? Какое задание от яблочного двора? Что за бред творится? Как это задание взять? Не пойму я. Как все непонятно, как все тяжело-то, ты посмотри. Задание, говорит, это яблочного двора тебя ждет. И чё? Так, я могу спать. На этой кровати отдохнуть нельзя. Ну, конечно. Естественно. Я тут жил всю жизнь, а мне на этой кровати отдохнуть нельзя. Кто там угорает? Кто там опять угорает? Блин, какая камера убогая. Вот честное слово. Так, вот тут что ли задание или где? Оборона яблочного двора. Вот, налет на яблочный. Так, погоди. Помоги стражникам защитить яблочный двор от разбойников. Вознаграждение 750, обещанная слава 400, допустимое число обетов 5. Проводи разбойников к ящикам и прикрывай их, пока они не утащат достаточно добра. Ну, это уже 1000 стоит. А что разбойники? Вот почему всегда так как-то это все странно делается? Почему разбойники платят-то дороже, чем стражники? А что такое обеты, кто-нибудь знает? Принять задание и обеты. Давай примем задание и обеты, почему нет? Я не знаю, что такое обеты. Но мне кажется, эта штука нужная, раз она тут придумана. Так, чего вы сюда прибежали? Поспеши! Ура! Ура! Что сделать-то давай, надо? Куда бежать? Говори! Бежать куда? А вон, вижу. Здрасте, это что за говно? Это что такое? Это ключ. Хорош, серебряный ключ. Серебряные ключи открывают особые сундуки. Чем драгоценнее содержимое сундука, тем больше ключей нужно, чтобы его открыть. Одно хорошо, использовать серебряные ключи можно неоднократно. Вечные они, понимаешь, в чем дело? Блин, я почему... Я всегда... Ой, брат, похоже, феи прогрызли мне ходу. Феи ему прогрызли. Я постоянно пытаюсь на shift нажать, чтобы бегать. Так значит, ты собрался поработать в саду? Я знала, что это твое истинное призвание. Леди Грей подала в гильдию прошение о противоположном задании. Пожалуй, я его возьму. Че? Надеюсь, ты не бросил тренировки. Чтобы меня победить, тебе нужно много учиться. Увидимся, малыш. Ты кто такая? Я ж тебя уже уделывал. Это вот дочь вот этого громилы. Как ее там зовут, не помню. Боевой множитель показывает, что позволяет выносить из схваток больше опыта. Множитель отображается в левой верхней части экрана. Чем больше ущерба ты наносишь врагу, тем выше становится его значение. Старайся доводить показания боевого множителя до максимума, чтобы собирать больше опыта. Хорошо. Бежим. Да где ты там? Хорошее, что случилось с его... Хорошо. Ерунда. Ерунда, легко. Естественно. Так, а при чем здесь разбойники, я не понял. Я вообще-то к разбойникам шел, а не к косам. А я не могу довести показания боевого опыта-то. Как я это сделаю? Ну-ка иди сюда. А, вон, X2. Так, это погоди, это свои. Но мне не сюда, все равно насрать мне на этих хоз. Блин, насрать, я все равно бегу. На-ка! Все, погнали. Мне не сюда, мне вот сюда надо-то. Вот сюда меня карта ведет. Мне по барабану, что там эти осы делают, мне вообще по покеру. Сколько времени прошло? Много уж прошло. А нет, немного. А может и много, я не знаю, у меня счетчик сбросился. Я только что увидел это. Так, здрасте. Ты кто такой-то? На... Чё? Негда... Сюда подошел. Вали его на бок. Во, хорошо. Так, кто еще? Герой он самый, да. Странно.
Тихо. На-ка! Ой, хера. Видал, что? Блин, я вот постоянно, я тебе говорю, мне прям постоянно хочется нажать на shift. Всегда просто, всегда. Хочется нажать на shift, чтобы, типа, побежать быстрее. И вот. А надо тут нажимать на правую кнопку мыши почему-то. Это так глупо, это так неудобно, это ужас, короче. Я куда-то все бегу и бегу и бегу и бегу. Где там этот яблочный замок? Непонятно. Непонятно. О, курицы. Пнет ее сам или нет? Не, не пнет. Слава вы, что вы здесь. Я-то думал, никто из гильдии не откликнется. Ну как? Я вам тут в помощь охрану нанял, но разбойников-то тьма тьмущие. Разнесут все тут на части. Да не бойся. Лучше мы этих камней не находили, а то от них одни беды от проклятых. Так, а Дженна их и видеть не хочет, так что мы их в ящики сложили и в амбар сунули. Небось, ему денег стоит. Леди Грей на них, говорят, запала, с тех пор нам покоя и нет. Хорошо. Так, все, разбойники пришли. И опять вон заявились. Пойду-ка я в дом жену успокою. Она прям извелась там вся. Разбойники пришли, я тебе говорю серьезно. Серьезно тебе говорю. Так, помоги стражникам защитить. Ну, не вопрос. Че, где? Кто? Подходи по одному. Вот эти ящики, что ли? Вот эти ящики. А где стражники, я не понял. Здрасте. А, тихо, ты свои. Да блин, зачем я выкинул деньги? Пора убивать! Вон там! У нас гости! Сюда! Подошли! На-ка! У нас... Так, опыт. Побежали быстрее. Гибель злу! Пошли. Ты неплохо учишься пользоваться боевым ножом. Ну еще бы. Еще бы. Так, кто? Подходи по одному. Я за тобой. Там все? А вот это что это такое? Что у него за пичка такая? Что за два лица? Так, вот оттуда пойдут. Где? Откуда? Вот отсюда. Вот отсюда пойдут. Я серьезно. Вон они бегут уже. Бегут уже. На твоем месте я бы не рыбался. Да ты что ты? Не к добру это. Прекрати! Сверься! Куда ты побежал-то? Побежал? Я несу ящик назад. Давай, неси. Все нормально. Все хорошо. ХП бы восстановить, было бы зашибись. F2, если что. Так, здрасте, яблочный пирог, это хорошо. Яблочный пирог, это хорошо. А у меня яблочный пирог, подожди, стой, где, как? Стой. Статус имущества. Имущество. Вещи, наверное, да? Еда. Яблочный пирог, цена 15. Давай съедим. ХП восстанавливает. Еда ХП восстанавливает тоже тут. Представляешь себе, как бывает? Так, опять бегут. Опять идите сюда. На! Слава Грифону! Куда ты? Пособи ко мне! Долго! Некогда... За правду! Да ты что ты... Как ты так делаешь-то? Почему он слепой стреляет? Слепой стреляет, пошли. Без ноги бегает. Что у них тут за игра такая? Так, погоди, где еще один? А вон он стоит. Что стоишь-то? Стоит, смотрит. Так, все. Я гляжу, ты научился паре новых приемов. Да еще. Ты не один такой. Надеюсь, ты научился особым приемам. Потому что иначе ты ко мне и близко не подойдешь. А нахрена ты мне нужна-то? Ну же, попробуй провести прием. Так, крепко поколотив врага и рассчитав показания боевого множителя, ты заработаешь право выполнить боевой прием. Когда появится значок вот такой, твое оружие окутается лиловым сиянием. Нажми правую кнопку мыши, чтобы провести мощную и неотразимую атаку. Это типа сейчас? Значит, ты это можешь. Конечно, но я все равно тебя побью. Да что ты рассказываешь?
На тебе! Побьет она! А она что? Она... Я не понял, она как бы по это, как это сказать? Она теперь за противника, что ли, играет? Я понять не могу. Или она просто выебывается? Тебе не надоело, мать? Черт, ты выиграл! Опять! Ну, естественно. Похоже, победа остается за тобой. Естественно. Но твоя удача не будет вечной, дружок. Мы еще обязательно встретимся. И я буду наготове. Ох ты, ах ты, посмотри ты, что ты. Ой уж, как мы вам благодарны, прям не знаю. За ящиками придут в скорости, нам с женой как гора с плечи ну, будет. Видишь, как здорово. И чего в этих камнях такого особого не пойму? Так пропади они пропадом по мне. Полностью согласен. Небось, ему денег стоит. Я про вас всем расскажу. Нам такие герои вроде вас нужны. Спасибо. Так, и чё? Дали мне 755 денег, 448 этого и опыта. Ой, обалдеть, погоди-ка. Теперь мне надо в гильдию вернуться, чтобы теперь опыт распределить, ты да? Ты достаточно знаменит, чтобы постигнуть жест Бугага. Бугага? Теперь ты невоспетый герой. Зайди в гильдию за заданиями. Да я понял. Так, гильдия героев. Гильдия героев не нужна. Телепортироваться, поехали. Поехали, посмотрим, что там. Мне нужно опыт распределить срочно. И жест Бугага мне тоже нужен. А как без него-то? Вот и... Думаю, что это он лысый. Так, пойдем сюда сначала. Нам надо вот это вот сделать. Нам надо сделать это. Я, правда, ни хрена не понимаю, как это делать. Магия X18. Это как? Физические заклинания... Не, я не хочу магию вообще качать сейчас. Магическая сила. Чем больше у тебя маны, тем больше энергии ты можешь потратить на свои заклинания. Объем ее зависит от твоей магической силы. Материальный щит, берсерк, прыжок убийцы, излечение, меч-призрак, град стрел. Магический удар, ренегат, застывшее время, высасывание жизни и зов. Воспламенение, огненный шар, боевой натиск, секретный удар, молния, ярость небес и гнев преисподней. Блин, как тут все много всего, это же чокнуться. Так, навыки хочу, скорость, меткость, хитрость. А что делает хитрость? Наделяет сообразительностью и совершенствует его коммерческие навыки. Один вид твой заставит торговца сбавить цену на свой товар. Кроме того, хитрость влияет на скрытность твоего героя. Впоследствии более высокий уровень хитрости откроет тебе возможность овладеть искусством вора. Блин, вот это вот прикольно. Хитрость по-хорошему надо бы выкачать. По-хорошему бы надо. Хитрость бы повышает твою скрытность и улучшает торговые навыки. Это у меня чё? Не понял. То есть, а если я вот так вот сделаю? О, это много, что-то он жрет. Ну ладно. Так, магия 14, сила, телосложение, здоровье, мощь. Здоровье мне надо, наверное. Мощь. Здоровье. Здоровье — это твоя жизнь, сынок. Хорошо. Телосложение. Удар, ущерб, причиняемый именно... Не знаю. Подожди, назад. Магия. Давай в магию все-таки. Выбери заклинание, которое хочешь изучить. Излечение я хочу обязательно приобрести. Обрати внимание, как расходуется твой текущий опыт. Опыт магии следует тратить первым, но если он исчерпается, то для улучшения навыков можно использовать и общий опыт. Запомни, опыт магии зарабатывается через ее использование. Вот оно как работает-то. Все, я понял. Подожди-ка, не спеши-ка. Все, теперь понятно, то есть чем больше я кастую, тем больше мне опыта именно на магию дает. Вот на навыки, допустим, и на магию. У меня вообще опыта сейчас нет ни хрена. А силы, я вон там заработал что-то, даже 310 еще очков осталось. Ну-ка пойдем, иди сюда. Сила. Сколько стоит? 500. 1000. 350. Мощь. Это твоя естественная броня, от нее зависит ущерб, получаемый тобой от вражеских атак. Чем крепче ты будешь становиться, тем безвреднее для тебя будут их яростные удары. Ну давай в мощь. Мощь повышает твою защиту.
Все, я понял. Так теперь можно тогда и телосложение. От телосложения сюда зависит наносимый тобой ущерб в рукопашной и владение тяжелым оружием. Блин, ущерб в рукопашной. Ой, да как-то все ты знаешь. Тяжело, тяжело так. Ну, короче, все, у меня осталось 100 опыта. Да, я все сделал? Я все сделал или нет? Подожди. Не понял. Иди сюда, иди сюда. 109 опыта, все, да? Да. Все, я понял. Я типа распределился. Так, какие задания-то еще? Подожди. Давай, во-первых, сохранимся, прежде всего. Как там сохранять-то? Настройки, блин. И запихнули ведь, смотри куда. Так, сохраненная игра, допустим, пускай это будет один. Перезаписать. Так, окей. Окей, давай смотреть, что тут у нас. Экскорт, истребление хобов. Что за хобы? Хобы. Полностью очисти от хобов яблочный двор. Денежное вознаграждение. Давай, не вопрос, это сделаем. Что такое обеты, кто-нибудь может мне сказать? Допустимое число обетов 4. Что за обеты? Какие еще обеты? Не знаю, что за обеты. Так, погнали, истребление хобов. Куда идти-то надо? Яблоневый сад где-то вот в той стороне, по-моему. Да, он вот в этой стороне. Мы сюда именно в прошлый раз и ходили. Мы в прошлый раз точно сюда ходили. Я тебе стопудово говорю. Стопудово я тебе говорю. Так, где хобы? А, вон хобы, смотри, сколько хобов. Хоба, иди-ка сюда. Ну-ка, ну-ка. Спасите. Подожди, как магией пользоваться? Еще раз. А у меня хп, у меня этой нету, той самой маны. Она у меня куда-то кончилась все уже. О, просто здорово. Она восстанавливается. Так, там кого-то бьют, пойдем. Здрасте. Ты тоже хоба? Ты не хоба, но тоже получишь. Так, ты кто такой? Сюда подошел. Ты хоба? На-ка. Не понимаю я, как пользоваться магией. Опять я забыл это все. Вот смотри. Что такое? Моя магия на исходе. А вот она, как ей пользоваться-то надо. Твоя, говорит, магия на исходе. Смотри-ка. Сюда подошел. На! Всех уделаю. Где там хобы ваши? Вон еще две хобы там бегают. Герой, твоя магия на исходе. Да я да мне по барабану, понятно тебе, нет? Там магия у меня на исходе. Мне вот сейчас до магии. Так, погоди, это еще не все. Это мне получается еще сейчас потом вон туда. Мне там что-то еще где-то моргает. Мне что-то где-то моргает, я тебе серьезно говорю. Так, F3, если что, магию можно восстановить. Но я не хочу этого делать. Я не понимаю, почему из меню пропадает. В прошлый раз пропала эта, та самая, как ее. Но в прошлый раз на F2 было зелье, а сейчас там жопа. Я не знаю, почему, как это работает. Так, где-то тут хобы. Опять ты. О, вот и ты. Вот и я, да. Вовремя. Я уже собиралась без тебя начинать. Да, ну вот я подруге твоей говорю, на сад мой хобы, видишь, напали. Вообще-то я могла бы и одна с ними справиться. Но так веселей. Кто убьет больше хобов, получит трофей. Идет? Да идет. Это уж вы как хотите, лишь бы они весь сидр у меня не повылокали. Они ж гаденыши ящики мои взламывают там, за речкой, в конце тропинки. Ну, значит, нам туда и надо. Это кто не... быстрей? То не хобы были. Да погнали уже. Ну да чтобы им сдохнуть мучительно всем до единого. Где хобы-то? В конце, говорит, тропинки. Вон там вот две хобы каких-то вижу. Вот это хобы? О, хоба! Здорово! На-ка! Тихо, нихера! Тихо! Два! Есть лекарство. У меня еще один. Да подожди ты.
У меня еще один. Это мой был. Черт, купил еще одного. Это мой был, Хоба. Какого черта ты? Не понял, как это работает? Иди сюда. Сюда подошел, я тебе, блядь, сказал. Что теперь? На! Вот этого вали. Черт, завалил? Купил. Хорошо. Еще на! Одного. Правильно, я валю самых здоровых. У меня еще один. Да это мой был, я его дамажил. Ты опять застилила фраг мой. Охерела, что ли, совсем? Сейчас еще трофей какой-то получишь. У меня еще один. Да нет у тебя еще одного. Все мои были. Ты тут типа самый быстрый, да? Ты явно научился пользоваться. Да любишь ты этих хобов, да? Ну, так не особо, честно говоря. Так, все, 4, 8. 8 у нее 8. Как это 8-то? Сейчас будем у нее стилить фраги, ну ее нахер. Назад! Вот ты этого! Любишь ты этих хобов, да? Хорошо, мое! Отстань! Валим его! Главное, крайний удар нанести. Мой! Отстань! Ты тут типа самый быстрый, да? Пять? Да почему? Да она опять, она стилит. Мои фраги, я тебе серьезно говорю, она достала уже. Ты тут типа самый быстрый, да? Вот, ну конечно, ты же видел? Ты видел, как я вот этого пинал? Вот сейчас она опять моего будет стилить. Сильно. У тебя есть лекарство или еда? Да что надо-то? Количество имеющих у тебя запас зелья воскрешения отображается. Да заткнись, я знаю. Ты тут типа сам... Да бля, я еще и дамаг получаю. Ты тут типа самый быстрый, да? Зашибись. Ей фраг дали, ты видел? Не любишь ты этих хобов, да? Не успеваешь ты их убивать. А, да конечно. Эти сраные маги. Еще чего не хватало. Так, тихо. У тебя есть лекарство или еда? Я тебе сейчас как съезжу. Молодчаги, проучили хобов, нечего сказать. Вдруг опять постерегутся у меня воровать. Теряешь сноровку, паренек. Надо больше заниматься. Надо меньше стилить. В следующий раз, мои. Может, и поддамся. Поддастся. А пока она. Что трофей мой. С меня довольно. Может, у гильдии найдется для меня дело поинтересней. Пойду-ка я погляжу, какая. Что пропало, что осталось. Какая зараза, ты посмотри, она все фраги мои. Задание провалено, прекрасно. Выспер, сраная выспер. Или Уиспер, как она там? Ну, короче, неважно. Ладно, что, давайте на этом закончим. Я надеюсь, то, что всем серия понравилась. Мне вроде прикольно, пока прикольно, пока можно на самом деле дальше играться. Подожди, нет, давай в другой, в пустой слот какой-нибудь запихнем это дело. Не понял, а вот. Вот. Если вдруг тебе понравилось, не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь, ты же лидер и личность. Помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч.